Чемпионат России проходил в городе Кстово, Нижегородская область. Турнир достаточно серьезный. Но много участников было? Ты только... Было очень много участников. В моем весе было 36 человек. Я отборолась 7 встреч. Было достаточно тяжело, но очень захватывающе. Попала в сборную страны в возрастной группе до 18 лет. И где теперь будешь тренироваться? Теперь периодически будут проходить сборы по самбо, но в основном тренировочный режим будет таким, какой был. В Орле? В Орле. Ну, а сборники вы должны где-то или в Москве где-то? Это пока неизвестно, где будут проводиться сборы. Как родители восприняли твой успех? Родители очень рады моими увлечениями и гордятся достижениями. Что сказал тренер? Орловский Буяров Виктор. Как и полагается, указал на ошибки и сказал, над чем стоит работать дальше. Были отборочные, участников было 36, у нее лично сам возил, всю команду сопровождал, секундировал. Что хочу сказать, за последние 17 лет это самый лучший результат, который у нас был после непродолжительного перерыва, именно что касается борьбы самбо. У нас появился очередной член сборной страны, и который очень показал среди девочек большой результат. Это большое достижение для всей Орловской области, ну и для нас, как самбистов Орловской области. Максим Алексеевич, а в самбо и в дзюдо девчонки идут? Можете немножко? Ну, я хочу сказать сейчас не просто, что идут девчонки, а большинство, наверное, девчонок у нас сейчас ответственнее, чем наши ребята. И занимаются упорно, ставят перед собой какие-то цели. Да, популяризируется самбо и дзюдо. Очень много девчонок, и которые показывают очень большой, сильный результат на, не только в России, но и на международной арене.